Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». На северо-востоке Москвы произошло проседание грунта. В столичном районе Ростокино произошло проседание грунта. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице. На данный момент место провала на улице Докукина возле дома 14А ограждено сотрудниками МЧС в целях безопасности граждан. Собеседник агентства уточнил, что размер обвала составляет примерно 2 на 3 метра. Для дальнейших восстановительных работ на месте проседания грунта вызваны сотрудники управы района. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!